Сборник задач по алгебре П.А. Ларичева для 10 класса средней школы, 1960 год. По нему еще училась моя мама. Сейчас все это сниму. И все это отправится на растопку печи. А вы куда деваете старые книги ненужные? Продаете на Авито? Отдаете людям бесплатно? Или вы просто выкидываете? Напишите в комментариях. Ответ есть на задачке.